Почему я решил построить церковь именно здесь? Потому что, находясь на этом месте, возле одной из главных автотрасс Америки, которая проходит от Мексики до Канады, наша церковь будет свидетельствовать о Царстве Божьем тысячам людей, ежедневно проезжающих мимо. Я хочу показать миру, всем, что Бог жив, что Он среди нас. Наш мир сейчас находится в достаточно плачевном состоянии, и страна наша не в самой лучшей форме. Вокруг столько злобы, столько раздора. Я бы хотел, чтобы наша церковь объединяла людей. Мечта построить церковь в городе Рок-Ривер появилась у отца Серафима еще 20 лет назад. После его рукоположения в священники в 95 году архиепископ западноамериканский Сан-Франциско Кирилл дал батюшке на выбор два прихода – в городе Гонолулу, штат Гавайи, и в городе Медфорд, штат Орегон. Отец Серафим выбрал Медфорд. Сначала службы проходили в старом доме, но потом, проезжая мимо городка Рок-Ривер, что в 20 минутах от Медфорда, батюшка увидел замечательный участок земли и загорелся желанием когда-нибудь построить там церковь. Целый год он ездил мимо этого места и просил о помощи святого Иоанна Шанхайского. И вот, в конце 98 года, батюшка все же решился туда заехать и узнать ситуацию. Оказалось, что там жила русская женщина, вдова, которая уже год молилась о Божьей воле насчет своей земли. И тут, на пороге, православный батюшка. Они договорились, и за номинальную цену отец Серафим стал арендовать у нее участок с правом последующего выкупа. Кроме жилого дома, на территории был амбар, который прихожане переделали под здание церкви. Это была очень красивая церковь, полная благодати. Уже при входе ощущалось присутствие Божье. Где-то через неделю после моего приезда в Америку я попросила мужа отвезти меня в церковь. Помню, как первый раз туда вошла и сразу почувствовала, что я дома, что у меня есть семья. Через несколько лет это здание пришлось снести из-за аварийного состояния. Сразу появились планы построить новый храм. Был сделан макет, заложен первый камень, освящена территория. Но только к 2015 году, приходу в 40 человек, наконец-то удалось получить все необходимые разрешения и собрать начальный капитал для строительства новой церкви. Можно сказать, что святой Иоанн Шанхайский – основатель нашего прихода. Как-то по пути из Сан-Франциско в Сиэтл он остановился в Медфорде и сказал, указывая на один дом, «Здесь будет православная церковь». И правда, в том доме зародился наш первый приход. Один из наших прихожан построил эту часовню. Он бывший мормон, страдал болезнью Паркинсона. Но он все же построил эту часовню. И вот она тут уже 20 лет стоит. Сюда постоянно заезжают люди, оставляют какие-то записки. Большинство посетителей не православные, многие даже не христиане. Но их, видимо, направляет сюда Господь. И когда они заходят в эту часовню, то очень часто ощущают особенность этого места. Многие просят о молитвах за родных и близких, и очень часто, через неделю или месяц, они оставляют другую запись с благодарностью, что Бог ответил на их молитву. Мне кажется, я уже рассказывал историю о 80-летнем мужчине. Было это лет 15 назад. Он просто ехал мимо. Тогда тут была еще маленькая церковь, бывший амбар.
И это часовня. Вдруг звонит мне отец Трифон, настоятель монастыря в штате Вашингтон, на севере от нас. Говорит, в субботу я буду крестить 80-летнего мужчину. Я говорю ему, это, конечно, замечательно, но почему ты мне звонишь? Он мне говорит, потому что у этого мужчины особая история. Он всю жизнь был атеистом, а потом, проезжая мимо вашей маленькой церкви, почувствовал, что должен остановиться, зайти в часовню. А когда вышел из нее, понял, что обязательно должен стать православным. В субботу я его буду крестить. И таких историй много. Некоторые оставляют пожертвования, хотя мы о помощи никого не просим. Я сам часто прихожу сюда помолиться святому Иоанну, ведь он, как и остальные святые, очень близок к Богу и близок к нам. И я думаю, если попросить его о чем-то со смиренным сердцем, он обязательно услышит. А Бог, в свою очередь, ответит на его молитву. Вообще, если б не святой Иоанн Шанхайский, я бы не стал священником. Вот тут можно оставить записки, просьбы о молитвах. Какие? Ну, например, я хочу сделать аборт, и мне нужны ваши молитвы. Или мы с женой собираемся развестись, или еще что. Здесь очень много боли, много печали. Когда одеваешься так, как я, сложно спрятаться. Но я стараюсь приходить сюда часто и молиться святому Иоанну о нашей церкви. Конечно, все это надо делать со смиренным сердцем. И я постоянно напоминаю святому, что без него не было бы этого храма. Сейчас, например, у нас туго с финансами. Да что там туго? Мы нищие. Но я постоянно молюсь и прошу не то, чтобы нам дали, а чтобы и мы смогли отдать что-то взамен. Всем тем, кто за нас молится, кто помогает материально, кто каждый день просто проезжает мимо. Вот почему мы все это строим. Показать людям, что Бог жив, что Он среди нас. Я хочу, чтобы люди, которые даже не знают Бога, проезжая мимо нашей церкви, чувствовали Его любовь и присутствие. Вот уже 50 лет я говорю о Христе, и ни о чем другом у меня не получается. Да и не хочу я, не хочу. Стою сейчас перед иконой святого Иоанна и прошу о его молитвах. Он знает о наших финансовых нуждах, знает наши сердца и любит нас, как любит Господь Бог. Я надеюсь, уверен, что когда церковь будет построена, я также буду приходить сюда и благодарить Его, потому что это именно Он по Божьей воле и любви подарил нам эту церковь. Вот тут у нас подвальное помещение. Пока что используется как хранилище, но в будущем, дай Бог, здесь будет трапезная. Нам очень повезло. В нашей церкви есть свой иконописец. Он учился в России. Не знаю, все ли он икону будет писать или нет, но это начало. Первая икона, которую он написал для новой церкви, это классическая икона Святой Троицы Рублева. Вторая — икона Святого Серафима Саровского. Интересно, что батюшка Серафим ко всем обращался. «Радость моя». Кто бы это ни был, грешник или святой, он ко всем «Радость моя». Вот я хочу, чтобы и церковь у нас была такая, чтобы она приносила людям Божью радость. Вот эти купола нам подарили. Сами бы мы их себе позволить никогда не смогли. Один купол уже установлен над колокольней, а главный, самый большой, еще готовится. Он будет почти 4 метра высотой, а сверху крест. Вот в этом вся суть. Вот то, что я хочу показать всем. Крест Господень, Его любовь, Его победу. Еще один наш прихожанин сделал эти красивые двери. Тут ангелы на входе. Внутри я не хотел острых углов. Конечно, где-то они все равно будут, но мне хотелось, чтобы все было гладким, округленным. Потому что, мне кажется, Царствие Небесное, оно именно такое, спокойное, гладкое, совершенно не острое. Наш бедный подрядчик — замечательный человек. Храни его, Бог. Все делает, как просим. Есть у него один помощник. Вот вдвоем они все это и строят.
Вот там, скорее всего, будет икона Господа Вседержителя, Создателя мира. А тут у нас крыша протекает, так что нам нужен хороший кровельщик. Вот здесь будет алтарь. Опять же, арки, никаких острых углов. Вот почему все так дорого. Если бы у меня были мозги, может быть, я и сделал все проще. Но мне кажется, все должно быть гладким. Это ветрай на земле. Это должно быть красиво. Вот здесь будет престол. Там комната для облачения. А вот тут будем готовить уголь. Знаете, я уже несколько лет живу 126-м псалмом. Если Господь не созыждет дома, зря мы что-то вообще строим. И я в это действительно верю. Понимаю, что и от меня многое зависит. Ведь, возможно, где-то я был немного гордый, не просил о помощи, не давал людям возможности помочь. А ведь нам реально нужна помощь. Сантехники, электрики, профессиональные. Потому что по закону сами мы не можем эти вещи устанавливать. Нам нужна серьезная финансовая помощь. Но каждый раз, когда я говорю об этом, мой внутренний голос отвечает: «Не теряй веры, не допускай того, чтобы эти нужды перебороли твою веру, твою надежду. Помни, что Бог все устроит». Вот в этом моя внутренняя борьба. Недавно я исповедовался перед всеми своими прихожанами, что это моя гордость. Именно гордость не позволяла мне сделать то, что я делаю сейчас. Прошу о помощи. Да, нам нужны деньги, нужна помощь. Но что я могу пообещать вам взамен? Ничего, кроме наших молитв. И все священники, которые будут служить здесь после меня, они тоже будут молиться за вас, пока эта церковь тут стоит. Неважно, кто вы, что вы и с каким прошлым. Может быть, посмотрев это видео, вы тоже почувствуете желание стать частью нашего проекта, нашей миссии — дарить Божью любовь и мир тысячам людей, которые проезжают мимо нашей церкви каждый день.